Многие уже закончили трудовой день, и почти у каждого есть свои вечерние заботы. До сих пор капитальный ремонт подводной части морских судов производился только в доках. Теперь же при помощи лебедок судно поднимается для ремонта на стапеле. Сегодня юные ленинградцы встречают пионеров солнечного Узбекистана. Будьте дорогими гостями. Спасибо за ваш подарок. 1400 тонн хлопка получили ленинградские предприятия. Военные пилоты Н-ского полка бомбардировочной авиации день за днем упорно совершенствует свое летное мастерство, умение владеть боевыми машинами. Приказ получен. В полет. Боевые машины, созданные замечательными советскими авиаконструкторами, на любой высоте, в любое время года, в любых условиях, послушны опытной руке пилота. Богатые урожаи овощей, зерновых, высокие удои молока получает колхоз-миллионер «Ленинский путь» Волосовского района. В прошлом году от каждой коровы было получено 4628 килограммов молока. В районном центре Тосно открылся новый универмаг. Теперь жителям не придется ездить в Ленинград, чтобы купить радиоприемник, новой марки телевизор, подобрать по фигуре пальто или костюм. Все это можно приобрести на месте. Архив Академии наук СССР лишь на 25 лет моложе нашего города. В фондах этого научного учреждения хранятся более миллиона рукописей, документов, личные архивы виднейших русских ученых. Шесть дней в Кавголово проходила зимняя юбилейная спартакиада армейских спортсменов. В программе соревнований прыжки с трамплина, лыжные эстафеты, гонки на 20 километров со стрельбой. Колхоз «Дружба» – богатый хозяин. Он один закупил 10 тракторов и более 30 сельскохозяйственных машин. По многим дорогам идет в колхозы домой могучая техника. На трассе кипит работа. Трубопроводчики за день проходят полкилометра пути. Сейчас они ведут газопровод через холмы и овраги Валдайской возвышенности. До Ленинграда остается около 300 километров. Все ближе подступает к нашему городу стальная лента газопровода Серпухов-Ленинград. С осени будущего года на газоснабжение перейдут более 200 предприятий ленинградского совнархоза. Намного станет чище воздушный бассейн над городом.